Да это ужасные дни, мама рассказывала. Она всегда говорила и плакала. Потому что папа, рабочий завода «Красный Октябрь», был в ополчении. И здесь погиб в Сталинграде. Там была бабушка и дедушка с маминой. И мама бежала под бомбежками к ним туда домой. Поэтому мы там оказались. Тем, кто сегодня с нами, и вечная память тем, кто сегодня не может быть здесь, но дал жизнь всем нам. Те, кто жив благодарен простому солдату, мы правнуки, мы в